Скажите эти слова, и вы скоро удачно выйдете замуж. Отношения между влюбленными могут развиваться медленно, и если хочется получить заветное предложение руки и сердца, можно использовать шепотки. С их помощью получится подтолкнуть вторую половинку на решительный шаг. Шепотки на любовь и скорое замужество помогут не только перевести отношения на новый уровень, но и привлечь в жизнь вторую половинку, чтобы создать крепкие отношения и в скором времени обзавестись семьей. Предлагаем вам полезные быстрые заговоры, чтобы обрести счастье в отношениях с избранниками. Номер один. Шепоток читается в период роста Луны. Произносить его нужно рядом с объектом своей страсти, а еще лучше в момент прикосновения говорить такие слова. Как трава по весне растет, как цветы распускаются, так и чувства взаимные день ото дня крепнут. Луна в полную силу войдет, предложение о замужестве мне придет. Этот шепоток можно читать однократно за несколько дней до полнолуния. Номер два. Ускорить развитие событий и получить заветное предложение поможет и такой шепоток. Все в семье гладко да сладко. Как нектар пчелы собирают, медок делают, так и отношения наши стремительно развиваться начнут, к закономерному замужеству приведут. Шепоток читают во время приготовления сладкого блюда, которым угощают любимого, чтобы подтолкнуть его к решительным действиям. Номер три. Удачно выйти замуж поможет шепоток на обувь. Хожу по свету брожу, следы оставляю, к дому своему суженого призываю. Как вновь на пороге дома окажусь, так и счастье приведу. После этого из дома выходят по делам, а возвращаясь, трижды топают на пороге со словами. Домой захожу, счастье впускаю, предложение заветного ожидаю. Номер четыре. Повлиять на возлюбленного, чтобы он сам проявил инициативу и предложил выйти за него замуж, получится, если проговорить про себя, глядя ему в глаза. Голубь с голубкой не разлучаются, мы с милым вскоре обвенчаемся. После этого важно обнять партнера и поделиться с ним своими искренними чувствами, чтобы он чувствовал нежность и заботу. Номер пять. Привлечь в жизнь любовь и дождаться заветного предложения получится, если на закате форточку прошептать. Любовь моя по свету ходит, дороги ко мне не находит. Я ей помогу, свечу на подоконник поставлю, сигнал подам. Любовь привлеку, счастье обрету. После этого в течение недели каждый вечер нужно зажигать свечу и говорить такие слова. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.